Когда в Англии наступает 5 o'clock, все знают время пить чай. Но если с обычным печеньем это стало уже занятием скучным, то с морковкой это будет весело. Мы с вами приготовим морковный торт, чтобы был заряд энергии и бодрость духа. Берешь терочку и натираешь нашу морковь. К этой морковочке мы столько всего взяли. Это у нас мука, сахар, масло оливковое, яйцо, грецкий орех, корица, изюм, ванильный сахар, ананасы, лимоны. Ты представляешь? Все, что завалялось в холодильнике. Да. Что... Все понадобилось. Мы смешиваем сухие компоненты. Это мука, 2 с бугром кофейных. Ну, короче, все. Смешиваем. Добавляем ванильный сахар. Рядом находится зайчик, который грызет морковку. Корица. 2 чайных ложки, много корицы. Перемешиваем сухие вещества. Стакан сахара. Самое интересное. Мы берем яйцо, 3 яйца. Я тебе доверяю венчик. Все готово, давай. Так. Выливаем сюда вот эту массу. Пока ты выливаешь, я сюда высыпаю изюм. Добавляем морковочку нашу. У нас с тобой есть ананасы консервированные в рецепте. Мы добавим сюда немного вот этой жидкости. Мы будем с тобой использовать чудеса бытовой техники. Ой. Ананас придаст нам такую кислинку, такую насыщенность, да? Наша формула покрыта пергаментом. Так, хочешь знать особенность этого пирога? Какая же? Надо час выпекать при температуре 170 градусов. Еще час его охлаждать. Морковный шедевр готов. Ой, какая прелесть. Смотри, у нас прям с тобой, смотри. Поднялся, пропекся. Но счастье было бы неполным без глазури. Ты отмеряешь сейчас 5 столовых ложек сахара и пудры. Мы с тобой снимаем цедру лимона. Можно в эту глазурь добавить сыр наподобие Филадельфии, творожный сыр. Тоже будет очень вкусно. Господи, я не могу, сейчас я... Ароматно. Слушай, ну классно, смотри, вообще, смотри, орехи. Кто бы мог подумать, что из обыкновенной морковки получится такая вкусняшка. И сейчас бы еще молочный коктейль, и счастье беспредельное. И традиционный английский чай. Приятного аппетита.